Я не понимаю вообще, User in your channel timed out. почему не в этой игре убирают рейды. Ну убрали они планету, блядь, но рейд-то оставьте. В какой? В Destiny. Слишком много занимает Destiny. Они... Я понимаю, но планету убрали, хуй с ним, но рейд сам оставьте. Я тебе говорю, рейд знаешь, сколько Левиафан занимал? Там она сама как две планеты была. Ясно. Плюс еще им они просто не успевают. Они же инди-студии, они не успевают обрабатывать всю информацию. Как каждый сезон надо давать поднимать. Поехали. А вы контракты взяли там? Вам клановые не нужны? Что есть? Ну-ка, поехали. Предыдущий рейд выполнили. Так, где она там? А. Легенды. Да-да. Надеюсь, тебе сейчас шмотки на ванне попадают. Здравствуйте. Здорово. 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 Привет. Как учеба? Ну, так себе. На самом деле мог и не ходить. Я думал, ты придешь, скажешь, я банан. Не, мы до занятия страдали хуйней. Вот там не угадаешь. Иногда приходишь и прям реально я банан. А иногда вот такая вот хуета. Не, ну а как же, я бананы, две апельсинки. Не, ну как бы не сказать, что на самом деле все прям совсем зря сходило. Вау. А двух апельсин. Так Венера. Что делаете? Прикольно. В новый рейд идем. Ага. Они, блин, обещают планету вернуть. Опа, мы взлетели. Что тут делать? По всем сторонам есть платформа. Просто по двое человек становятся и захватывают их. Все. Контроль. И не подпускает это минотавров. Радать. Где платформа? Как, блять, покажи ты мне. Одна слева. Вон где мобы топошаются. Вон слева. За тобой, да. Наверху справа. Я наверх справа тогда. Блин. И другая просто наверху. Так а с кем? Где? Кто? Куда? Чего? С ВТП побежал. А вон он. Толя, иди сюда. Идем. Что? По сплайсеру дальше ходил? Нет. Куда идти? Не взрываешь. Теперь можно. Эту штуку нельзя подпускать на платформу. Я понял. Блять, нас убили сзади. Вы можете на центре не стоять постоянно, вы можете распределить себе мобов, где они появляются. Ну задача вроде только минотавров не подпускать, да? Да. Чтоб они не зашли на платформу. А мы флаг не ставили, да? Здесь флага нет. Ага. Некуда ставить. Там по центре строится башня. Я ничего не увидел. Можно заметить, как она строится. То есть, я вот там ты делаешь, что не заметил. Стоять не обязательно в этом? Нет. А, блять, а я стою как ясно. Я же сказал. Все. Ты можешь вот этих мобов убивать, где я сейчас стою только. А какая разница? Или с другой стороны.
Они что, ты с этой стороны? Бля. Бана Минотавр. Толя, у тебя мобы с мечиками? Посмотри. Нет. А, вообще супер тогда. Ты имеешь в виду... Сейчас. Я понял, о чем. Секунду. Ну я, может, не заметил. Но вроде нет. Есть трюм? Сзади, Вадим. Вот Никита только что опять сделали с рандомом. Этот же. Молодец. Он легкий. Не, никаких мечей нету, Никита. Бокс, конечно, стран. Я до сих пор не могу привыкнуть к гранатометам. Да. Все, прошли? Да. Ну это не этап, это как открытие дверей. Не, ну почему первый этап? А где сундук? Сундук прямо здесь. Это двери. Сундук не сверхмощный оружие, это просто мы открыли дверь. Ну как бы медальки, не? Где, я его не вижу. Пять. Это тебе дают, потому что у тебя еще не этот, не кап. Пять медалек. Еще модификатор дали на хрустальный чертог. Кстати, что с модификаторами делать или нахер не надо? Неважно, они ничем не помогают. Понятно. User disconnected from your channel. Не прыгайте, подождите. Кстати, здесь секретный сундук. А вы у меня в дверь уперлись в стену. Это ты у нас уперся в стену. Выйди со стены. Ну, сейчас вылетит. Серьезно? Да. Выйди. Или этот стук, по-моему, есть под нами, да? Да. Можешь его забирать, если хочешь. Прыгаешь вниз, смотри, вот как я. И вот там дырка. Как я давно этих ошибок не видел. Логически. Дальше что? Там, я думаю, вы найдете сундук. Блять, найдете, ну ты, блин. Ну нет, я просто человек сейчас туда не залезет. Ну что ж делать? Ладно. Бывает. В следующий раз. Сундук нашел кто? Вниз спустите, еще ниже. А. Да. К вам бежать? Да, только не прямо. Там, когда будет пропасть, вниз прыгай. На тебя? Да, вот видел, я внизу просто стою, где пропасть. Да, увидел, увидел, да, дырку? Вот теперь вот сюда надо. Я понял. Еще 5 медалек, сука! Только, да начался рейд, 10, только начался рейд, уже 10, бля, я уже доволен. Так, нахуй. Ты будешь получать за каждый этап. Один раз только. Хороший рейд. Конкурс интересный. А почему один? А, черт, не, я понял, все. И не с той стороны просто прыгал. Ох уж эти титаны. Возвращаться так же? Возвращаться или куда? Не надо возвращаться, прямо идти. Спасибо. Ждем туда. А где сундук здесь? Внизу. О, там далеко падать, кстати. Хочешь посмотреть? Я что, там, что там внизу? Спасибо, иди ты нахуй. А, спасибо.
Здесь история, кстати, если хотите, возьмите. Она вот здесь где-то висит. Нашли ее? Да, я забрал. Там только не вниз не прыгайте, там просто этап запускается сразу же. Да ёбаный. Толя пошел проверять губу Кавли. Не-не, я не должен был соскользнуть, а я почему-то соскользнул. Лыжбеки с мельницы начинаются. Я сейчас помахнусь. Я точно не титан. Какой-то свет пошел. Страж убит. Блять, я вас проебал, короче. Леденец. Сколько леденцов? Иди на свет, Толя. Ты меня уже 8 раз откинуло. Вот, можете идти по обычному пути. Включение к серверам Destiny. Ёб твою за ногу. Чё так, чё началось-то? Недавно так выкинул. Так, здесь что делаем? Не прыгай! Не надо! А он завис. Как только туда спустишься, ты активируешь этап. Ты что делать? Смотри, просто двое налево, двое в центре и двое направо. Просто чистит. И все. А что? Смотрите, здесь испытание, смотрите, здесь обязательно испытание. Знаете, что такое горгоны? Нет. А, эти летающие. Это эти херы? Большие, которые прыгают, стреляют. Надо, что убивать их. Да, надо их убивать только тогда, когда они начинают тпшиться. Тогда у вас будет 2 сундука. И 2 медали. И будет 10 медалей. А как они тпшатся? Ну, в смысле, здесь будет в центре стоять для вас как щиты. Знаете, вы проходили СС? То же самое, когда тпшутся мобы. Здесь будет 3 таких. Вы должны их защищать. Один будет там, вот он. Второй будет вот на центре. Кто-то вылетел. Я вылетел, я не понимаю, что у меня происходит. Steam перезайди. То есть меня игру сворачивает, да? Народ всем. Заверни. Поезжаем, никого не надо вести. Нет, спасибо. Нет, спасибо, Скай. Все, ладно, давайте. Удачи. User left your channel. User left your channel. Короче, вот этих горгон вы не убиваете, ждете, пока они начнут тпшиться. А только когда тпшится, надо убивать их? Да, ну когда эти телепортируются, да. Когда подходят к этому банку, у вас будет банк, есть столб такой. А что будет, если ее убить раньше? И тогда испытание будет написано провалено. А ну нам надо? Да, 2 сундука. Оно нам надо. Две сверхмочки, и как бы это важно. Оно нам очень надо. Просто распределитесь, я, например, с правой стороны пойду. Там привык уже. Ну, я с Вадимом налево. В ТП с Бенита посередине. А посередине откуда они телепортятся? Прямо с центра, да? Больше ниоткуда не идут. Они... Да, у каждого будет свои. Главное, не убивайте, а ждите, пока они подойдут. Еще здесь будут перегрузочные. Можете взять для ППшки или для чего-то. Но их и так можно убить без этого.
Я не могу флаг потрогать. Ничего страшного, здесь не так это. Ну, окей. Не надо. Так, мы налево, да? Да, пошлите, попробуем хотя бы. А, еще очень важный момент. После мобов, которые это... Остаются лужи. На них нельзя вставать. После каждого моба? Нет, не после каждого. Ебануться. Беня! Вы увидите, такие мобы без головы будут идти. Упс. Сори. Спасибо тебе, друг. Я курил. Кого? Не важно. Бамбук. Что ты палишь? Я спросила, кого. Бень, в луже не вставай. Вот это горгона, да? Да. А до вас что, мобы доходят? Ну, меня ж не было. Скоро до нас будет доходить тоже. У нас просто очередь еще не дошла. Вот, это на эту уже не вставай тут. Да-да, я понял. Там силовики зашли. В лужу не вставайте, аккуратней. Вот у нас появился банк, видишь? У нас тоже какая-то банка появилась. Да, да, вижу. Туда будут горгоны пытаться. Им надо давать. На центре нету. Можно на центре. Блин, и должно быть. Так, что? Нет. Я что-то не врубаюсь. Всё, отойди вот туда, она, от него. Клин, эту висючку поставил, она по ней стреляет. Да хуй. Все, можно ее убивать. А где наш? Кто-то вставал на лужу. Ты, мы же дебаф ловим, который вайпает, не? Или это не сейчас? А где лужа? А где Виверна принесла? У кого-то... У нас. У нас успела зайти, потому что Вадима убили. Пока я ее пытался углушить. Земля ему. На центре получается ни хрена нету, просто мобов убивать? Да, смотрите, я просто вам еще рассказал. После вот этих мобов без головы появляется лужа, и у вас появляется слева дебаф. Вы не запускайте, его. Не запускайте. Этот сейчас дебаф приду. Можно снять. Но в центре вы увидите, вот куда я стреляю. Видите? Ну. Вот там вот. Есть, будет такая белая дымка висеть. Вы можете снять этот дебаф, если зайдете в центр, в эту дымку. Да, мне кто-то включит стрим. Я включил, приятно. Даже ссылку кинул. Где? Я с кем? Ого, вижу. Я так и не понял, в центре не будет виверны столба этого? Нет, там тоже есть виверны. Вот этот столб, вот он. Его не было. Он просто будет немного позже. Ага, окей. Я вот этот? Нет, вот-вот. А, шарик. Он просто сначала был, потом пропал. То есть этот шарик появился налево и направо, да? И нужно вот эту... гарпию, которая, блядь, летит с этими да. Убивать в тот момент, когда начинает телепортироваться. Секунду, да? Никит, получается, смотри. Мы ее начали бить, как она первый ТП сделала, и все. Да, сразу же. Все, я понял. Как она только начинает ТП, что сразу убивать ее. Можете ей ХП снять, только не добивать. Она появилась вдали, я кинул в нее ракетницу, пол ХП я снял, и, а пока она подошла к банку, и пока я Вадима поднимал, она успела залезть в банк.
Ну, все, я тут. Поехали, чё? Вы тоже смотрите, если вы уже встали, вы можете вот снять этот дебаф с помощью середины. Вот, видите, дымка белая появилась в середине. Заход, что да, но снимается. ДП. Что? Покажи еще, как дымка пыкает. Чё дымка? В смысле, боже. В середине. От мобов. Да. А, вы видите, она постоянно кастует, ритуал устранения называется. Вот и... Если вы под этим бафом, вы умрете, когда она будет вставать. Сам босс. А, вот. Это же курица. Курица. Вы ее не добиваете? Мы не добиваем. Я верну. Первый можете вообще не трогать, убегайте, ничего ей не будет. Пускай она тпается. Не трогайте ее. Все, она исчезла. Я боюсь, она их тронула. Она их тронула, да. Этого по-любому убивать, да? Круглый, да? Воитель. Там воитель сзади. А ты не сказал, что чтобы они кругляшки поставили в руки-то? Я говорил, ну, я их не ставлю, например, а вот у кого смотрю, что за кругляшки не стоит. Да-да-да, у меня не стоит. Перегрузочный. Их надо убивать, а то они сейчас... В центре самое легко, там только одна у вас будет. Ну, нам просто мобов не давать, получается. В центр, чтобы они уходили все. У нас то ли будет их много, у нас будет 3-4 вроде. Хорошо. Я думаю, справимся. Я не могу... И нас идет, отойди вообще оттуда. Вы ее не... Патроны кончаются в такой... Мы ее бьем, но не добиваем. Да, когда она будет садиться, вот телепортироваться, тогда убьете. Уходим нахер. Других бьем. Сначала страшно. Что такое? Она будет и садиться, и чуть-чуть это квадратики такие появляются. Что сказать. Сейчас! Да она должна садиться и как будто тужится. Как будто яичко выносит. Да-да. Курица же. Мы назвали, они садятся какать. Помнишь, как в саду спасения ты личинки откладывал? Нет, не помню. Идёт. Вот ты вещь. Всё, она исчезла. Забей. Минус трюм, да? Там должно быть написано испытание провалено красным. Я опять идет. А, это перевозочный забей. Этого мы сейчас убьем. Без дуба. В лужу не вставай, бей. Как скажешь. Это гарпия видит только меня. В смысле, у нас еще один пришел откуда-то? Да. Стоп. Вообще. Да, я сейчас хочу завтра по этой курице посмотреть, какой урон будет. Ты пошутся. Нахер в нее точно не кидай. Ладно. Да не, немного снесла. Курица идет, блин. Тогда сам добивай. Че, убить ее? Не-не-не, ты должен добить и оставь кусок. И я скажу, когда она будет тэпаться, и уходи из центра. Ты не можешь сказать, потому что... Я могу, я пауза. Смотрю стрим их. Да, но там пауза.
пауза. Уйди, уйди с центра, уйди с центра, уйди с центра. Оставь ее в покое, пускай она, чей, она сейчас в центре. Эфир. В центре пойдет. У нее задержка пару секунд. Смотри на нее в центре. Еще одна идет. И что, убивать ее? Блин, не, уйди, 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 не трогайте ее еще, нет. Она должна ТП-шиться. Пойдешь, ты, вот сейчас, убей, 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 убей. Убей. Не стреляй все. В нее пока. В центре нормально. Так я вижу. Все, в центре не будет больше, она пока одна. А что у нас так дохера все эти ведь? Я тебе пока говорил. Я много, да. Как хорошо, что я в центре. Не, оно не сложно, но... Чёрт. Гар просит. Я там с колонкой. Нас больше не будет. Помощь влево. Главное, не умирайте сейчас. Теперь иглу зашли, скорее всего. Ты тут стоишь, тебе тут больно. Знаешь, куда идти? Иди чуть-чуть направо. Иди вперед и направо. Не, не туда. Ой, сзади. Он не наступает в эту, в лужу. Господи, блядь, ты как детский сад ребенка ведешь. У него сейчас убьет, если наступишь. Вон там, вот в углу, вот куда ты стреляешь, будто он в углу не кусает. Там не больно, там не стреляет вообще. Да, она не напрягает особо. Вы что здесь устроили, ну? Все, мы пошли этот этап. А что, куда нам? А ну, покажите мне триумф. Где триумф? Где триумф? Сейчас он появится, он еще не запустился, даже сундук не появился никуда. Того, я думал, босс придется убить. Блядь, сейчас как будет здесь, босс. Как здесь анархии просто ебать хватит, есть, сука. Все правильно. Потом два сундука. Здесь награды вообще. О, 160. А, чё, а где медальки? Ничего себе. Ой, медальки не выпали? Нет. Не, ни одной. Два ебаных плаща, блядь. А, видимо, им не дают за этап. Видимо, пушки, дают только, да? За второстепенные сундуки, я понял. На шесть выше, чем у меня, нихуя. Так они всех можно. Дик видение, слияние. Не, не хорош. Дробовик. Поверь мне, у меня во второй слот ни хрена нет. О, вам повезло, вы будете прыгать счастье, если вам выпадет вершитель рока. Светлячком. Че, признанный вердикт, это типа дерьмище? Дайте мне модуль срочно, пожалуйста. Все, 1300. Че теперь делаем? Че, в ракете теперь деваться, да? Нет, не знаю, анархики кидают мне проще. Ксенофаг. А, сейчас этот, оракулы будут. Полученное новое письмо, че за письмо? 8 вечера. А, я, оказывается, какого-то раба куда-то отправил. Никит, что одевать? Ксенофаг, сейчас объясню. Как был профессионал, так и остался. Какой нал? У всех ведь есть ксенофаги, да? Нормально. Сейчас расчехлять. Как же с гранатомета тяжело стрелять. Так, я правильно. Этот гранатомет вообще ненавижу. Не могу просто привыкнуть. С охоты, да, были те? Те лучше. Нет, с охоты, с этой... Мне глаголище истину нравится. Если бегу. Со спутанной берега. Спутанные берега, как называется. Сжигание ДПС. Никита, откуда у нас эти гранатомет? Фиолетовыми, который? Угу. Охота. Да, он клевый. Волну который делает. У меня тущий голос, что ли? В смысле, мы про гранатомет? А, оглушающий шепот. Это с охоты. Вот они лучше. Да, но этот дает молнию, сплэш урон. Нет, это залп мародера лучше гранатомет. Да, использую. Но им, блядь, стрелять не учится. Но им надо метиться. Я не могу привыкнуть до сих пор. Шикарен.
Так, и... так Никитос, что делаем? Смотрите, здесь будет оракул. Знаете, да, как выглядит оракул? Да. Yeah. Ну, светящиеся такие эти будут кубики. Как на шепот червя. Такие же квадратики. Круто сказал, ладно. Я за тобой бегаю. Смысл в том, то, что у каждой команды здесь будет по 2, по 3 оракула. Надо сбить в точном порядке. Будет звон, это первый, второй, третий, четвертый, и они будут появляться, это... А, по очереди? По очереди, да. То есть, смотрите, появилось у вас, вы видите то, что у вас. Вы говорите, о, у меня появился второй, либо третий. Вы по звону определите, какой у вас появится. Что? Надо прям попробовать, чтобы вам, если не было, просто попробуем. А в каким где они появляются-то? Есть какая-нибудь карта? Один вот здесь, другой где-то здесь, я точно не знаю, с этой стороны. Но вот, вот здесь у вас самый такой неприметный, здесь надо кому-то стоять, вот здесь. Смотрите, два раза он будет появляться проверочно, третий раз их надо бить. Что он будет показывать, какой он по счету. Вы сейчас поймете это вообще. На центре он появляется вот здесь вроде. И вот здесь. На центре всего два? Короче, а их да. Сколько? Их всего семь. Ну, одному придется два взять. У нас появляется, то ли как всегда у нас сложно, у нас появляется три. Я, блядь, не сомневался. Вот этот, ну я выбираю самую трудную точку, и ты попал тоже на нее. Вот здесь. Ну Никита там же все три возьмет, так что. И подожди, вот Никита, здесь. Я тебя потерял. Стой, нет, еще раз. Вот этот будет твой. Здесь он. Ага. Вы должны посмотреть долбить. По счету, какой он появляется. Да, один выстрел, он снимается. Да, это ксенофага. И по счету, именно по звуку можете определить, и по счету. Сейчас, давайте попробуем, чтобы вы хотя бы поняли. Я запускаю. Бенни, иди в середину, куда ты встал? Вот здесь у меня. Да, это наш. Алло. У тебя, Толя, первый, видел, он появился первый? Да, первый. У меня появился второй. А третий у кого-то появился сейчас. У нас. Да, у вас третий. Видите, по звуку определяйте. Сбивай, еще Толя. Раз. Сбивай, Толя. Вот сбил. С ксенофагом. А, господи. Они два раза появляются, но третий надо сбить. У меня сеточка. Это значит, что иди на нас центре. Метка иди раку. В центре. В центре, видишь, свет белый. В центре, пока в центре. Забейте, не идите никто. Давай, иди наступай тут. Все, я понял, как это выглядит. Это... Смотрите, сначала он дает вам сигнал, он просто говорит вам то, что вот у вас, например, второй, третий. То есть он по сигналу. Когда они уже просто горят после двух раз, надо их сбивать очень быстро. Иначе на нас вешается метка Ракуа. Это метка Ракуа, это практически. Короче, байк. Он на карте где-то появляется и исчезает, появляется и исчезает. И потом да. В третий раз он да. На каком-то месте появляется и горит. В том же месте будет он появляться. Тебе, он появляется и исчезает, он тебе показывает, это, в каком по счету. А ты первый два раза, когда он появляется, слушай, ты его дамажить не можешь. Секунду, Толя, не перебивай, смотри. По звуку, слышите? Бум-бум-бум, вот так. Вот на каком месте, вот по какому месте этот звук появился у вас, он появился, значит, у вас по счету он либо третий, либо второй, либо первый. Он так будет несколько раундов, то есть там до семи. Надо будет семь раков сбить под конец. У нас есть одна, если мы ошиблись, у нас есть как бы одна поблажка. Если на нас метка ракова повесилась, мы можем в центре вот сюда пойти, все вместе и по команде просто прыгнуть, чтобы снять эту метку атаку. Да, но по тогда команде. Нам придется все сначала. Хреново, ну то есть это считай полувайп. Да. Ну можно просто тупо сразу вайпаться. Ну нет, как бы он будет 7 раундов таких, нам просто будет прикидываться, и нам все снова придется делать этот же раунд. А, понял. У меня получается вот здесь появляется, да? Да. Давайте еще раз.
Первый. У кого-то второй или третий был. У меня, у меня. Первый сбил. Сбил. Отлично. Третий сбил. Молодцы. Сейчас будет их уже 4. Спокойно. Первый. Второй. Третий у меня. Четвертый у меня. Нет, Толя, это четвертый. Все. Ладно, я все, я в твои не лезу, короче, я понял. Чтобы было проще, я в твои лезть не буду. Все, мы не успели. Хорошо. Толя, ты я все, что, я не лезу что? В твои. Говорите, когда забили. Вы должны еще говорить, какой у вас по счету, что и какой вы сбили. Если вы сидите тихо, там слышно бум, он взорвался, бум, взорвался. И вы можете сами посчитать, просто надо, чтобы было тихо. Нет, на самом деле лучше говорить. И говорить. Лучше да. говорить. Ну, можно один говорить, типа, готов, один, второй два, готов. Три. Да, или один, два, три, там. А по мобам только эти будут, больше никаких? Очень, а, нет, только эти, самые опасные это снайперы. Снайперы вы можете быстро снимать ксенофага. Снайперы, получается, вот на этих платформах. Да, они везде, это самые, самые неприятные. Понятно. Я в смысле, гарпии не будет, не будет нет, вот этих вот. Ничего. Нет, ничего. Так надо сидеть не тут, тут тебя, конечно, будет дамажить. Вы сидите прямо там, где... Вот кто в центре, он должен стоять прямо туда, где флаг высадите, в центре. Ему там будет легче. Тебе надо спуститься вниз. Вот кому я смотрю сейчас. Спустись вниз. Вот, спустись чуть-чуть вперед. Вот тут стой. Не-не-не, не надо аж туда. Туда будут мобы бить. Выше подымись. Выше. Выше. Я не вижу тебя. За другой стенкой вот садишься вот тут. Вот там, на этот уголок слева у вот тебя. Там. Видишь? Слева у тебя уголок. У меня с задержкой этот. Нужен, чтобы здесь вперед. Один человек, нужен, чтобы он стоял вот здесь обязательно. И вот, смотрел. Вот, вот, сижу, тут садишься, вижу. Садишься. И тут тебя никто не трогает. Где? Никто, а, только все, мобы вижу. Вперед будут. Я тебя не заметил вообще. Только справа там может быть чуть-чуть я еще вперед надо. Я как раз сел, чтобы я крою как раз тот угол. Да, да. Я всегда тут сижу, тут вообще мобы не трогают. Всех остальных трогают, а ты следишь, а ты ничего не делаешь. Ну как обычно. Сейчас меня научат. Давайте еще раз. Один. Два. Три. Ну, давайте. Нет, 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 нет. Кто-то сбил не в очередь. Идите все в центре. Да можно и вайпнуться, конечно же. Можно и в центре. Все. Слишком долго. Народ, сбил, сказал один там. Следующий сбивает два. Не торопитесь. Надо быстрее, как бы они исчезают. Здравствуйте. Нет, они исчезают. У нас есть время много до этого. Один сбил. Второй сбил. То есть он третий появляется и стоит. Да. И стоит, да. Да, до конца. Ок. Сбил, сказал. У нас есть, так что изи. У нас есть 15 что секунд, чтобы сбить. А, вот. Ну все. Просто главное по очереди их сбивать в том порядке, да. Котором появляются. Короче, нужно называть, какой да, момент, убил, когда появился, типа, и да. Называть, когда... Да, первый когда сбил, второй сбил, третий сбил. Погнали. Давайте, давайте. Первый. Второй. Третий. Первый сбил. Второй сбил. Третий сбил. Отлично.
Второй. Четвертый. Первый. Один. Третьего не услышал. Первый сбил. Второй сбил. Третий у кого? Третий сбил. Четвертый где? Четвертый. Сбили уже. Все, отлично. Прям, как, прям подо мной сука был. Тим, ты его не видел, что ли? Да, у меня угол. Перезапомни, где он был, и там лучше его. Второй. Три. Четыре. Пятый. Первый. Меня убили. Проход такой. У меня четвертый. Первый сбил. Второй сбил. Третий сбил. Четвертый сбил. Пятый сбил. Пятый сбили. Отлично. Блять, убили. Там подстрахуют. Ты там стоишь, тебя все снайперы фигачут. Один. Второй. Третий. Четвертый. Так, у меня третий. Первый у кого-то есть? Понял. Первый. Второй. Нет, Витя, у тебя был не третий. Все в центр, быстро, быстро, быстро прям. Пока не наступайте все вместе. Все, уже поздно. Они бы умерли. Давай, стань, стань. Лестница просто. Нет ресов. Блин, я засматриваюсь, у меня кораблик вообще не туда улет. Че, вайпаемся? Не зарезать? Нет, нет, нет. Если я мертвый. Третий по центру. Я ложить. Чем в центр бежали? Чтобы снять дебаф, который на вас был. Ну че, вайпаемся, не? Умирайте. Да, сейчас сдохли вообще. Понятно. Смотрите, как а, вы что-то сделали неправильно, у вас, у вас баг появляется метка Оракула. Это говорит о том, что босс будет кастовать. Он кастует 5 секунд дает на это. У вас есть время быстро подойти в центр, не вставая, чтобы мы быстро собрались и тогда встали. Если кто-то наперед встанет, это получается, он один получит баф, мы все умрем. Надо в центре встать вместе. Очень быстро, 5 секунд. Дается. Выберите еще раз места, где вам удобнее стоять. Снайперы по кругу везде шарашут. Вадим, держи вот эту точку, которая подо мной. Так я и смотрю. Вот эту. Что я ее не вижу сверху. Она у тебя вот тут, вот смотри, где я. Вот она вот тут спавнится. Ну да, ну просто я прячусь за колонной, чтобы мне мобов. Ну, короче, когда я называю цифру, чтобы ты запомнил, под тобой. Если чё. Потому что я еще на снайперов отвлекаюсь. А ты... не обязательно убивай, ты просто от них прячься. Нет, лучше всё-таки убивай. Может, вот туда встанешь? Твой где появляется? Твой где появляется? Здесь встанешь за колонной. Где я стою? А сзади его снайперы могут. А сзади снайперы спавнятся за руку. Где сзади? А снимите его с этого, с ксенофага, один выстрел. Снайперы вот по этим летающим платформам. Они резаются всегда очень неудобно, понимаешь, они выстрелы. Они резаются тогда, когда появляется раку. Это сделано специально. Там вот главное, здесь вот два снайпера резаются. Если первый раз не запомнили, то второй раз еще будет. Главное это молчать и слушать. И циферки проговаривать. Ну, если не услышал, то сколько по звуку понять от первого раза. Семь. 7 в самом конце. Потом 7 под ну, давайте каждый возьмет, будет. Каждый возьмет по одному, а никто соберет 2. Так и есть, да. На самом деле вы тоже можете, если что, помочь друг другу. Ну так и сделали. Просто, просто слушайте, а не убивайте. Первый. Второй. Третий. Первый убил. Второй убил. Зарплату я спрыгнул, блин.
Третий убил. Говорю, слезьте оттуда, вы стоите там, где это. Два. У нас первая. Четыре. Три. Первая. Второй. Третий. Четвертый. Толя, ты тоже снимай здесь мобов, которые идут. Я тут так хорошо устроился. Не надо, я умру тогда. И со всех сторон тогда ебаш. Я понял. Ладно. Два. Три. Четыре. Пять. С нафагами. Три. Один у кого? No. Все в центр. Все в центр. Бегом просто около центра. Стойте. Все в центр. Пошлите. Жди все. Все нормально. Все встали. Теперь повторно то же самое будет. И раку те же самые. Первый. Два. Три. Шесть, пять или шесть у меня. Еще раз смотри. Пятый у меня, да. Первый снял. Второй сбил. Третий снял. Четвертый снял. Пятый снял. Два. Три. Четыре. Пять. Шестой. Первый снял. Второй снял. Третий снял. Простите, это моя ошибка. Все в центр. Здесь. Прыгаем. Сейчас свистну. Блять, ебучие снайперы. Первый. Второй. Шестой. Такая же последовательность. Да-да-да, такая же. Да, блядь. Первый снял. Второй снял. Третий заруб. Умер. Страховка. Снял. Стой. Что ты пятый снял? Шестой снимай. Господи. Ну у тебя пиздец здесь, пойди. Так тут вот, блядь, зажали нахуй. Поднять не могу. Первый. Второй. Все, я тоже умер. Четвертый. У меня нет пресса. Смотрю, как тебя раку. Ля. Первый. Четыре. Блядь, убили. Да ну пиздец, это сколько мобов, блять. Вайп. Так их убивать так, надо. Да. Вы же купите копию. Хотя я знаю теперь, есть у кого-то дырка у ПТП, есть у меня дырка, где можно спрятаться. Да не, здесь не надо прятаться, понимаешь? Я надо понял. Их убивать. Проще, они... чтобы было, ты бы показал, один человек должен чистить наверху, а один просто должен взять два оракула и все. Да, и он будет бы сидеть внизу, где не бьет его все эти снайпера. Он стоит там, его фигачит во все стороны. Да. Ладно, пошли почти. Мы почти прошли, нам осталось последнего. Там просто, видите, очень тяжело. Надо ему показать. Место? Угу.
Да ее вообще в складе СНП под низ, там стоял вдвоем на стене, и им вообще плевать. Показывай, Никусь, потому что я с левой стороны. Как не я стою. Могу показывать, я не с вами в рейд. Иди как... вперед. Вперед, вперед, иди, вперед еще. Всем добрый вечер. Еще большая стенка, вот наверху есть. Большая стенка. Слева от тебя большая стенка. Да, вон наверху, прыгни туда. Прыгни туда. Не туда. Справа от тебя. Вот сюда? Да, туда. Вот где и в лампе прыгнул, я не вижу уже. Я, блин, поворачиваю мышку вместе с вами. Вот там. Один просто чистит мовы слева, а другой смотрит оракулу. Их видно а? И там оракул. Отсюда. И нижний, и этот закуточек. Просто чуть-чуть должен сдвинуться, чтобы было видно оба. И все. А другой чистит в ту сторону, откуда идут мобы сверху. Вдвоем туда станьте. Вот кто сидит сейчас в центре. Я не вижу ник. Он как раз варлок, так? Пускай хилку под ноги постоянно ставит и все. Ну давай прыгай сюда, вот к зарубу. Сюда. Он чистит мобы сверху, которые идут. А ты, Витя, отстреляешь эти оракулы, и все. Витя, главное, не заблудись. Один снизу, а другой там в этот закуточек. Все, объяснили, готовы? Да. Я там снайпера изнасилуют. Должен попробовать. Меня? Не надо, наверху. Да, наверху тебя там будут... Очень сильно насиловать. Все, тихо. Ты же варлок. Тихо. Один, два, три. Один снял. Два снял. Три. Четыре. У меня две. Первая у меня, вторая у меня. Первую, вторую сбил. Третью сбил. Четвертую сбил. Общается, начнет резать. Снайпера. Первый у меня. Три. Третий у меня. Четвертый. Три у меня. Так что? Три. Четвертый у меня, да. А, пятый у меня, значит. Все. Первый сбил. Второй сбил. Третий сбил. Третий сбил. Не убейте. Нет, неправильно. Быстро встаем в центр. Раз, два, три. Подожди всех, раз. Уже поздно. Ах, о, они... такой. Никуда. Ладно, ложись. Уже поздно, нас бы себя убили бы всех. Ложитесь, ложитесь. Нормально, нормально. Зачем? Зачем? Зачем умираешь-то, Толь? Так столько трупов. Один там был. Два, ну ладно. А, блин. Три у меня. У нас есть, Толь, шесть ресов. Все, все хорошо. Беня, хорош косячить, нормально играй. В смысле? У меня идеально все шло. Я по плану, да, все. Все как озвучивать. Там кто-то внепланово сбил третью, да, Витя? Че, я четвертую сбивал. А ты сбил третью вместо четвертой. Да, ты третью сбил. По счету, меня сбил этот шарик сбил. Варлок ставит ручку, шарик? На мне появляется шарик, который шарик уберите, стреляет. Уберите этот шарик вообще. Возьми кладезь. Вот почему вы умираете. На хил. Четверочек там. Анархию, шарик, все, что может убить. Чего?
Я готовая. Да ты всегда готовая. Че, все готовы? Да. Я там перекрестный огонь. Один, два. Три у кого? У меня. Один, два. Три сбил. Четыре. Один. Два у меня. Три. Четыре у меня. Один сбил. Два сбил. Три сбил. Четыре сбил. Один. Два. Три. Четыре. Пятый как-то не озвучил. Пятый у меня. Один сбил. Два сбил. Три где? Три у кого? Три. Блять, нет. Это не три. Все с центра. Успеем? Ну ладно. Раз, два, три. Там мне так легко бежать. Я резну, резну, резну. Смотрите еще раз. Сорян, да. У меня было четыре. Один у меня. Три. Вот у меня. Четыре. Что такое, сука? Один сбил. Два сбил. Три сбил. Четыре сбил. Пять сбил. Блин, как море мобов. Первый. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ура. Толя. Да-да, четыре у меня. Мобы! А, ёптую, блядь. Первый сбил. Что там есть озвучка? Вторую кто сбил, собьет? Третью сбил. Сбили? Третий сбил. Четвертую сбил. Пятую сбил. Кошмар. Нормально. Подожди, еще поздно. Один. Четыре. Шесть. Сейчас еще раз, подожди, четыре. Пять, шесть у меня. Давайте еще раз. Один. Три. Пять. Четыре у меня, походу. У меня первая. Ну, у нас, у меня две последние. Первую сбил. Вторую кто? Сбил. Третью. Третью сбил. Четвертая. Сбил. Пятую сбил. Дети. Сбил обе. Отлично, молодцы. Обе. Господи, пипец. Попрошли? Да. Ебать. Да нет, это еще просто. Меня просто со всех сторон оба. На боссе там будет весело. И Куся тактику классную сделал. Все прячутся, я не стою в центре. Один Никита пиздячит мобов, блядь. Заебись, да. Да ты издеваешься надо мной. Так, это не по мне. Твои мобы, там твои мобы. Я с другой стороны все поставила. Те мобы не это... приходили к тебе, так что не ты надо. В центре сказал ему вот там им стоять. Ну он с центра чистит, и тут слева от него тоже он чистил. Слушайте, ты играешь, все вот сюда вот заходили. Вот здесь значит, центре, ты вот неправильно стоишь.
Когда Никита сказал Толя, я развернулся, я просто охуел. У нас футбольное поле магов, нахуй. Там ультануть в них можно, тут же ульта не нужна. Можно покурить? Нет. Вот сейчас... Кто-то банку собрал. Это было еще легкое. Можно? Это было все легкое? Сейчас гидра будет. Но гидра тоже несложная, там три оракула всего лишь. Можно покурить, пожалуйста. Нет, нельзя. Вы издеваетесь. Если мы закроем с первого раза, не кусим. Сейчас ракетница надо, да? Да. Не я знаю, есть анархия лучше. Блять, нету анархии половина. Нету у него, не пусть. Я не сменил. Ща подойду. Бля, я не сменил, ты психа. Если бы была бы у всех анархия, было бы замечательно. Да ладно, у меня второе место. Нельзя флаг воткнуть. Воткнули. Еще. Я анархию эту. Пластинка. Я у меня нету плазминки. Я в тебя спросил, у тебя есть плазминка, да? Нет, есть какая-то. Нету. Тогда бери тоже то же самое, ракет. Думаешь, ракетница без каталик будет хорошая? Блин, бафы дают. Поэтому я и сказал, что каталик нужен. А у меня лис. Ну и лис тогда бери, да. Я тоже лис. Или много лисов не надо. Похуй. Да там, если успеть продлевать, неважно. Я могу ксенофаг взять. Он мало дамажит. Нужно... Сколько у нас вороков? Снайперка выпала. М? Сколько вороков? Приедит. Вороков? Да. Два. Оба берите кладезь, надо по очереди вам будет поставить. Не вопрос. Я уже в кладезь. На мобах помогу. Да, я еще, получается, еще и дамажить не буду. Это будет весело. Да. Почему? Ну, он с реликом будет. В центре есть релик. Смотри, смысл. Также появится три оракула, будет теперь босс. Эти три оракула забивать нужно. После этого у нас сама фаза дамага начнется. Пускай все становятся, придут, всех прокурят. Все становятся сюда. Ты сейчас будешь заново объяснять. Воистину патронов не хватает. На что? На лесу. Берите резервы ракетных установок, заряжатели ракетных установок. Можете еще и сборщики эвакуаторы взять. Если не хватит патронов. Не, в смысле, я флаг тыкнул? Не, мы флаг не взяли. Да. Я тоже сменил и не взял. А потом сменил. Ну, резервы тоже возьмите. Больше ракет будет. И заряжатель, чтобы быстрее стрелять. Это что, последняя стадия? Нет. Нет. Это только начало. Это был первый этап, можно сказать. А, еще два этапа, короче. Еще три. А мы типа с этой карты уже никуда уходить не будем, что ли? Будете. Ну, уйдем. Вот сейчас после этого уйдем. Это же старый рейд, он легкий, он как налет идет. Ничего здесь сложного нет. Как слышу вас так. Все, кто набивал каталики, сейчас нужно вам эту ракетную установку брать. Рейд как налет. Сиська как писька, блядь. Угу. Ну, на самом деле, как налет идет. Угу. Блин, одно оружие выпадает, как всегда. Что, все здесь? Нет, ТП нету. Вот последний этап, мы помучаемся прям конкретно. У нас час остался. Какой час? Ты шо, сказал за 2 часа? Нет, ну разве час проходим? Да. Зачем себя?
Витя, у тебя есть аспект на дебаф гранат? Чего? Если ты в стазисе бегаешь. Ты с граната можешь дебафить. Если у тебя аспект скачет. Все, ФТП тут. Со стазисной гранаты. Ну... Да. Полностью. И нужен кладезь. Что именно? Да, вообще не важно. Почему у тебя в первый слот этот автомат? Он такой плохой. Ну, он же новичок, пусть что ты здесь это... Да с чего он новичок? 160-й левел, какой он новичок? Ну, ему никто не советует. Так, Пашка, получше вот в лампе посмотри. Ой, в лампе посмотри. Вот, она хорошая. Ну, с перками, здесь все зависит от именно перки. Так тут тебе он не нужен. Ты же можешь менять. А зачем тебе антибарьерный? Никто же не говорит, что удалить автомат. А зачем тебе антибарьерный перк? Ну, когда идешь на лед. Ладно. Тебе не слышал? Там зависит от перки тоже. ФТП сдался. Что ж ты фраер дал назад? Здесь так людей много набивало каталик. Что-то вообще не вижу. А, вот вижу теперь. Ой, какая разница. Главное, чтобы стреляло. Смотрите, немного выше. Ставь себе босса в руку заряжатель ППшка. Смотрите. У всех, у кого ракетница, та, которая... Ты можешь поменять думаю, где-нибудь поставить. Кусь, подожди секунду, прямо секунду. Начащая смерть, у кого эта ракетница. Стреляет немного выше самого босса. Немного выше босса. Желтый. Вторая. Все тут, да? Все поняли? Угу. Дамажить будем вот здесь. Сними. Вы будете. Сюда? Да. Я первый кладезь дам. То есть, типа, мы все стоим в одном месте и тупо херачим, да? Да, смотрите, момент в том. Ну, вас рандомно может кинуться сетка. Кто-то проходил такой старый рейд раньше был. Как он назывался, я уже забыл. Ну, креветка. Ну, спасение, когда креветка. Креветка, я улетаю. Креветка. Нужно успеть пострелять по тебе, да? Да, да, да. Здесь такая же сетка, но ты никуда не улетаешь, ну... Вы команда, вы не должны сделать так, что вы дамажите, а кто-то в сетке стоит и кричит, чтобы его сняли. Вы должны ему помочь снять ее быстренько. Любой. Так, особенно сетку, особенно сбивать мне. Если вы мне не собьете сетку, это вайп. Я не продлю тогда фазу дамага, нам может сразу ложиться. Угу. Да. С читом? Я щитом, я вам буду дебаф давать, как бы, с анархией. Кину на него анархию. Мы на твиче. Осуждаю ФТП. Пидорас ты. Берите все серебристые боеприпасы, я забыл вообще про это. Везде просто втыкайте и... Везде прям втыкайте, везде этот мод. У меня такого нет, по-моему. Есть, он в артефакте. Но у меня нету, да. Тебе надо его взять. И одну подзарядку, и остальное серебряный боеприпас. Подзарядку брать надо. Подзарядка. Зеленый. Не, не, нет, не это. Вот у тебя тут желтая есть. Ты ее должен оставить.
А в другой? Другой, смотри. А куда вставляется? Зеленая. Неважно. Везде. Подзарядка вставляется куда угодно. Вон зеленая. Нет. Не это. В первый этот. В первый. С другой стороны, короче. Нет, в последний квадрат. Только там у тебя есть еще одна страница. Спустись вниз. Да, она снизу. Три имеет. Снизу она. Три имеет посередине. Вот. Оставь. Слушай, оставь, они вместе работают. Высокоэнергетическую используешь без подзарядки? Их только вместе. Ты только что сказал, подзарядку оставьте, становимся убийцей. Нет, нет, я не об этом говорю. Просто если ты играешь всегда и ставишь эту стрельбу, она работает только с подзарядкой. Ну, ее оставлять сейчас или нет? Да, подзарядку оставлять. И а еще открой артефакт. Серебряные боеприпасы. Артефакт свой открой. А, у тебя есть вот на гранатомет. Таз анархии работает. Я могу якорь давать? Да. Ничего не будет, да? Да, ты можешь якорь давать. Ультовать надо в ней. Если ты электрический титан, то это замечательно. Угу. Да, тогда влетай прямо. Влетай. Сначала влетай в нее сразу, потом в кладе стань. Потому что там будут сверки, и ты опять заберешь их. Лети, фотополети. Угу. Да я хз с ракетницей. Немного выше, да. Немного выше уберешь. Ты можешь сейчас стрельнуть и проверить, как она работает. Видишь, как она летает? Она его вот таким образом убивает. У него целится. Да, да, да. Ля, что делать? Какое-то говно, а не ракета, блядь. Да, да, да. Она офигенная для фазы дамага. Мне похуй, у меня двухвостый лист. Какой-то дождь. У меня тоже. Пах. Смотрите, смысл в том, я беру этот щит. Вам нужно встать и посмотреть, где оракула. Вам нужно сбить три оракула. Также они расположены будут так же. После этого... Когда я набираю ульту, я стреляю по боссу и открываю ему щит. Вы сразу же, после того, как сбили оракула 3, становитесь сюда. И сначала дают один человек кладезь, вам нужно распределить. Я первый буду. И сразу начинаете дамажить босса. После этого вторую. Я надеюсь, сетку друг друга снимаете. Если появляется, мы не успеваем продамажить, и появляются снова оракулы. Вы снова идете по оракулу. И снимаете их. А оракулы появляются на тех же местах, где и были, да? Да. И появляются их три штуки. А, нет, давай не будем снимать оракулы. Смотри, оракулы взорвутся, мы бежим в центр, и так же на счет раз, два, три встаем в центр. И все. И снова дамажим босса. Лучше так. Да, так же. И просто первые три снять. Все остальное, после того, как они взорвутся, мы просто идем в центр и это... И потом опять дамажим босса. На нас метку устранения повесится, мы просто в центр. То есть мы просто дебаф снимем и все. Да. Да. Первых убиваем, да. Первых убиваем, приходим, дамажим босса. Толя, если не убиваем, три. И появляются да, вторые, понял. Тогда подожди, вторых. Где, покажи они. А свой я знаю. Первый, второй вот здесь. Вы можете кто-нибудь ему помочь в центр. Здесь один. И вот здесь один. Вот здесь я стою один. Вот ты можешь помочь. Я обязательно помогу. Этот ее центральный. И вот здесь один. Он здесь неудобный, ты его не увидишь. Блять, я могу не увидеть один. Этот я возьму, то ли, блять. Где я вот стою, еще один. Ну вот так я два заберу тогда, хорошо. Какие два? Снизу, вот здесь, Беня, вот этот забери. Да, этот заберу. И вот этот заберу. Все, пытаемся, практикуем. Давай сначала вайп. У меня нету вайп. Зарядиться. Ракет нету. Нормально. Давай попробуем. Ну давайте. Вы можете проверить два. Сначала. У меня раз было. Второй меня. Сбивайте.
Первый убил. Второй убил. Третий у кого? Жень. Все, все в центр. Все ты на дамаг. Ставьте кладезь. Все, домашки. Снял. Хуяно сняла. Влети в него. Это. Ну вы поняли, да? Да. Ну все, можно выйти. Все, она ушла сейчас. Это все, что мы домашили? Как тяжело с этой ракетницей, это пипец. Чего? Так кинул анархию, не паришься, блин. Да я, наверное, анархию возьму, нахуй мне это, блядь. Вы понимаете, если есть анархию, пускай нет. Возьмет и скажи. У него нет плазминки, не пустит, нет. Ты меня слышишь? Дробашом, подумаешь. Каким дробашом? Куда он станет с этим, блин. Дробашом? Куда он станет этим дробашом? Ну ты думаешь, ракетница он больше дал дамаг? Никусь, у нас... Никусь, у нас нету. Ты куда кладезь собираешься ставить для него? Для кого? Он единственный, кто с анархией. Ставьте, ставьте. Не надо людей сейчас вот это. Давай, мы же не попробовали. Давайте я попробую, а потом будет видно. А с чего ты будешь дамажить такой анархии? Не, в смысле попробуем как есть, а потом уже бери анархию, мы же не доделаем. Ладно, хорошо. Просто у тебя нет как бы сложненьки. Да потом будет понятно, хватает урона или нет. Все, пробуем. Первый. Второй. Первый сломал. Второй сломал. Третий. Все? Почему нет каракула? Кто-то неправильно. Все в так, центр. Кто-то третий не сломал. А, можно вайпаться, да, бесполезно. Кто третью-то бил? Не знаю. Кто проебал третью? То ли почему-то по центру. Потому что там Бенни разбивал туда. Не, первую я разбил. Да, у меня не было. Угу. Ты уверен, где-то что не было там за стеной? Уверен я, что не было. Где-то слева была третья. За стеной, наверное. То есть справа. Витя, у тебя была там? Нет. Значит, у Вити не было. Может, в КП? Это вы попустили. Либо у меня... Короче, давай, погнали. Ну, да. Нет, я смотрю там, где у тебя. Ладно. Не молчите, когда идет свет. Из автомата она дольше стреляется. Ну да. Да, конечно. Но не на настолько, чтобы прям проебать. Первая у меня. Вторая. Третья у кого? Ты пропустил свое. Где вторая? Я сказал вторая. Третья у кого? Первый убил. Умер. Вот третий. Вот эту вы пропускаете. Да, мне вообще две, блядь. Вы пропускаете. Все, да, я пропустил. Я еще и умер, так что. Да. Я сейчас сам посмотрю, сам уничтожу. С щитом, ладно. Во, я выжил. Да не надо, доверяй людям, ё-моё. Или ты думаешь, они всегда, у меня две нахуй, и я всегда фейлю? Не, просто... Просто вот так. Готов? Сейчас Толя пробежит. Я уже. Вторая. Третья. Первая была.
Меня убили. Первого убили? Нет, меня убили. У меня третий. Первого убил. Блять, и меня убили. Умирайте. Меня босс просто в спину напиздяешь. Так встань туда, где тебя не убивают. Я догадался. Может, тебя подстраховать? Здесь все-таки нет. Вайпов. Здесь вот, вот здесь точно вайпов не должно быть здесь. Ну мы в самом лучшем месте. И не ставьте флаг, что все потратили, что ли? 10 патронов. Первый. Третий. Вторая у меня. Первый сломал. Вторую сломал. Блять, ебаный босс, блять! А кто сломал третью? Зачем? Походу я. Это ты сломал. Да. Это мой косяк, да? Я поспешу. Согласен. Боже мой. Не пытайся сделать за кого-то что-то. Согласен, согласен. Главное не паниковать. Да никто не паникует. Главное паниковать. Паника залог успеха. Я думал, у тебя залог успеха это курочку пожрать. Ладно. Оскорбление мать учения. Да. Все, пошлите, пойдем. Да, второго. Да. Есть офицеры первого состава? Да. Мне гильду прокинуть нужно. У меня две. Три. Сейчас подожди секунду. Помогите. Первый убил. Вторую. Вторую убил. Третья. Третий убил. Все, сидите на дамаг. Скажите, когда готово. Сейчас, Макс, подожди секунду. Вы готовы, я вижу. Готово. Поехали. Щит, снимите, снимите, а! На мне щит справа, слева, быстрее, быстрее, снимите меня. Араку. Ладно, это вайп. В смысле не вайп, но в смысле дальше араку пошли бить. Сетка. Сетка. А что не снимается? Сетка. Я стреляю, не снимается. Все в центр. В центр. Раз, два, три. Сейчас резни. Бля. А так кто-то первый бежал, там, да? Нет. Резните друг друга, мы сейчас справимся. Слишком много мопсов. Да, но... Урона мало. Мне кажется, у нас дамаги нет, если честно. Да. Нормально, мы бы его смогли убить. Ну, как нормально. Обычно, да? 630. Нет, это нормально. Макс, на V1. Там осада еще идет. Так пока нельзя. Так, давай. Валенсия 3, давай перейду. Ты на каком самом канале? На К3. На К3, давай к тебе перепрыгну. Блять, заполнен похер. Давай на К3 сейчас перейду. Бля, интересно, а сколько будет со стрел вылетать?
Не, я нахуй сменю, короче, эту ракетницу на анархию. А ты, там посмотрим, что у меня будет. А с чего дамажить будешь? Ты чпокал? Да зачем ему лис? Я же буду дебаф. С чего получится? Ну, бля, пиздец какой-то. 200 тысяч. Напиши, у нас лиса 600 вышел. В смысле, вот у человека вышел 600. Понимаешь, ты у тебя нет... Ты сколько раз выстрелил? Много. Раз 7, наверное. 37. А, не, я 3 раза только. А... Почему? Ну, сетка, хуетка, миньетка, блядь, забыл. На меня была самая первая сетка. Нет, я понимаю, но я... Хит. Ладно, не важно. Скажи Толе, чтобы этот в метку вставил мод. Хотя бы на нахуй, да, ставь на 9 метку. Хотя бы будет дебафом. У меня не прокачан он, я играю неделю, блядь. Получил? Тогда смысл... Тебе и анархия не поможет. Смысла анархии вообще нет тогда, вообще. User left your channel. User was moved out of your channel. Чё это, Витя убежал от меня? Ну, он там с кем-то что-то там делает. Перекур опять? В гильдию принимает. Надо в ТП. Подождите. У тебя прокачан, как его, куб этот пучий. Ракетная хуйня? Да. Серебристые? Серебристые. Да, вставлю. У меня нет. Как не нет? Ракетница. А, вот так. Это другой. Как тебе не прокачан? Тебе на анархию надо то ли последнее. Да я понял. Блять, я еще раз говорю, у меня вкачано. Да только... я слышу. Сейчас психану. Надо, Толя, не надо. Оно того не стоит, не психуй. Если я бомбану, то с Беларуси картошка до Молдовы долетит нахуй. Почему до Молдовы? Потому что не куча с Молдовы. А, как я люблю бортариста Афакаш. У вас у всех, я смотрю, не вставлены эти моды. Нет. Серебристые патронники? Да. Да. У меня его нет. Можно слетать, конечно, сделать. Я ж могу выйти сделать. В смысле слетать? Ну ли артефакты? А, подожди, можно? Можно прям конечно, так обнулить артефакт и снова его переделать. 10 тысяч блеска. А сделаю. Потому что это дамага реально добавляет. Ну посмотри на меня, бомжа, и больше ляма. Да ты заебал, ты титан, блядь. Ультой. Вот так вот, да, опять ничего. Летает там, как Супермэн, как Валерка Леонтьев в портках, блядь, своих. И такой, хуяк, блядь, 600 тысяч, нахуй, с одной льты. 400. В прошлом сезоне был бы где-то под лям. Высокоэнергичную стрельбу тоже сними с ног, потому что ты сферы света на нее тратишь. Окей. Это мне. Мне. Или мне. Кому? А, вот, точно. Я думаю, блядь. И это на повязку, кто вы это сделали. Убери влиятельные друзья и сделай это под зарядку. О, что ж так плохо, все тяжело. Че музыка? Музыка? Сейчас будет музыка. Да в Дискорд это. User joined your channel. Так, я тут. Хуем гнут. Видите, тоже средние боеприпасы возьми, он намного лучше. А я взял. Лучше. Нет, ой, у чё? Тебя высокоэнергичная стоит. Бятины друзья стоят. О, нормально, короче, поехали. Стоп, стоп. Сейчас, стоп.
же раздраконили, блядь. Что? Что случилось? Не кусься, походу, отругал. Да эти, одна молдаванка мне мозг ебет, блядь, вторая пришла, нахуй выебала. У них в крови, походу, цыганская кровь, блядь. Все, погнали. Надеюсь, сорян, у меня два не будет, потому что я не успею. ФТП, если что, подстрахуешь центральный? Если я пробую, тебе скажу. Конечно. У меня просто... Ой, и... Тише, 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 все. Вторая у меня. Блядь, третья. И первая, и третья у меня. Подстрахуйте, Вич. Первый убил. Второй убил. Третий убил. На фаз дамаг. Вы готовы, надеюсь. Поехали. Бля, я тупой. Бис, бис, бис. Сейчас сниму опять, подождите. Сидите. Снимаю. Спасибо. А, супер. Я полный косяк. Так, понятно. Как центр? И, короче, надо встать туда, где я вижу все четыре платформы. Блять. Да, у тебя самая сложная роль. По идее, ну, знаешь, что самое сложное в этой катке? Это не выстрелить в чит, в смысле, в клетку. И у вас нормально сейчас дамаг. Нет. Я попал по клетке. Скажи мне спасибо, что я мечусь, когда возвращаюсь, чтобы не влететь в стреляющего. Сейчас подожди, посмотрю, где все видно. Вижу. А сейчас это помню. А то знаешь, как клево, ты вот целишься, стреляешь, а тут тебе бац, твой титан. Вот отсюда все видно, все понял. Так, один тут подойди. Димка, подойди сюда, прикрой меня. Подожди, так у нас ее появится. Так это ты ебальником две ракеты мои съел. Нет, не. Это моя клетка съела ебальником. Ракет. Первый. Второй. Третий. Первый сломал. Стойте, середину. Второй сломал. Все готовы? Третий сломал. Все, поехали. Сетка. Нет. Нет. Ай, блядь. Персите. Сетка, 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 сетка. Так. Ебаная сетка. Тут, по-моему, самое сетка страшное сломается. Это выстрелить самому себе в сетку. Да. Не самому себе, а. Ладно, в I-55. Надо менять кое-что. Вы с ракетниц так себя дамажите? Да? Когда ты стоишь вот рядом, с кем сетка появляется, не на тебе сетка, но на союзники, то ты попадаешь здорово, на здорово. Ракетницы по ней и себя убивает. Блять. Надеюсь, понятно объяснил. Можно ксенофаги попробовать? Нет, ты понимаешь, эта ракетница хотя бы не дамажит тебя, та, которая... Но вы слишком высоко стреляете. Я-то с лиса долблю. Я понял, а тут с лиса. Я могу ксенофаг взять. Да, попробуй ксенофаг. Ух ты, досмотр тоже не один. Давай попробуем. Мы бомжи, у нас ни черта нет. Забей. Хуярец. Дезбрингера.
Ну, понимаешь, для ксенофага нужно, чтобы кто-то дебафал постоянно. Без дебафа. Я-то ксенофаг. С якоря дебаф нормально. Давай, бери ксенофаг, я опять с лисом буду. Ты имеешь в виду дамажить вот примерно здесь? Наконец-то. О, кто-то хочет учить, как врить типа... пройти. Типа, где флаг стоит? На Твиче. Готовы? Секу. Сек. Уже поздно. Ну, блин. Справа с балкона. Улетел мой парень. Там первое. Сидели. Третье. Наверное. Сейчас проверишь. Вторая у меня. Вторая. Первый сломал. Второй сломал. Третья что там? Готовы? Кого третья-то была? Алло? Где третья? Ну, пиздец. Тоже так сломал. Нет, в смысле, все нормально. Готовы? А, поехали. Да. Сломать? Ультани. У них нет анархии, им тяжело. Ну, а я что сделаю? Да ебать хватит, блять, эту ебаную сетку, чтобы она говном изошлась. Чё, погнали в центр? Потому что эти идут. Не-не-нет, все нормально, не надо в центр. Сейчас эти взорвутся. Дамаг, дамаг. Ребята, дамаг. Ничего не понял. Надо, не надо, блядь. Ладно, все. Я понял. Уже эти сверху и... А, блин. У кого есть ресы? Да завайпайтесь уже, чё. У кого-то есть. Ой, ресы. Это Сайрес. Витя в шарике. Нету реса, я в шарике. Все, забейте. Смотрите, после того, как появляются ракуры, и только после того, как они взрываются, на нас вешается метка устроения, и тогда только в центр. Ну, блять, ты руководи, когда бежать. 517, о, 879, кто-то кричит в центр, кто-то кричит дамаг. А ты чего долбил? Так, понимаешь, это не я ведь говорю, то, что вам надо идти в центр. Не, я вопрос задал, я не говорю уже. Просто когда появляется сетка, сразу четко сетка. А ты ее увидишь, потому что это несколько раз... Охуя! Беня, это у тебя 500 выше с ксенофага? Че? Да. Но я сначала якорь кидаю, а потом уже все. Якорь, по-моему, работает. Да. Из того, что вам легче, хорошо. Ну, я не знаю, как мы будем на фазе дамагает вообще. Но мы его почти убили, там оставалось процентов фаз. Какой мы до половины довели его только? Готовы? Нет, еще. Процентов 20-30 осталось. Надеюсь, вы готовы. Готово. Первая. Три. Вторая у меня. Первую сломал. Вторую сломал. Третью сломал. Все, сбегите. Ну, погнали. Поехали.
Сетки, снимите сетку. Могу не успеть. Ждите, домашки, домашки. Все в центр. Ждите. Ждите. Стоп, и давай. На уши не вставайте только. Бью босса, бейте босса опять. Сетка, сетка, помогите. Немного занят. Сетка. Стреляйте главное на босса с остальной пофиг. Похуй босса добить. На мне, на мне. Супер. Изи. Нет, это был очень легкий босс. Сейчас нас ждет пиздец. То есть это был... Сейчас гарпи. Да, это был легкий. Нет, ты... именно я и говорю про фазу дамага по боссу. Это будет следующий. О-о-о, ну спасибо, блять. Наконец-то хоть что-то. Какое-то оружие, блять, с рейда вытащил. Видение слияния. Ничего не понял. Ну вот, 97. Да выпало. Это ты с такой, что ли, бегаешь, Никит? Что? Какая у тебя ППшка? А, это винтовка разведчик. Забей. Меня а дальше что, типа, опять ракетница? А вы где все? Я думал, вы замечаете. Ну, вы шмотки разглядываете. Да, жалко, ролл говно. Ну что поделал, хоть что-то. Ты знаешь, как сундук открывать? Да, я открою сейчас. Ты куда? Нам за вами прыгать? Да. Да. Мне этот этап больше всех нравится. Нравится. Никуся. А? Ты тут? Да. Чем-то занята? Я подумал. Сундук такой. А, идем отдельно. Да-да, куда? Хрен у нас. Толь, перенеси нас куда-нибудь, или ты занят? Да блять, ну вы что, издеваетесь? Не-не, давай в эту Destiny внизу. Destiny 2. Давай в Destiny. Что за гарпи? А, ты не один... подходите к ним. Пойдем за ФТП. Не надо за мной ходить. Просто стоим и ждем. Идите оттуда все! Назад вернитесь! Там гарпи, если засекут, вайп. Отошли от мобов. Можете идти за сундуком. Сундуки на тебе? Нет, нет, нет. С правой стороны. Аккуратненько только. Если есть дымовая шашка, вообще замечательно. Гарпи, аккуратно. Они типа не видят?
Инвиз типа не видит. Нет, вас заметил кто-то. Витю заметил. Хиллеры уже с нами стоят. Давай. Сейчас просто за сундуком идем. Да, естественно. Он останется открытым. Пройдешь? Что там проводить? Просто на правую сторону. Это просто сейчас побежим и возьмем сундук и все. Их заметит, не заметит. Пошлите со мной. Все здесь. Поехали. Просто бежим за мной. Бежим. Берите быстро сундук. В туалет сейчас не успеешь. Я не успел. Да чтоб эти сапоги прокляты опять были. Опять ёбаный плащ, блять. Бесит. Часа-то дробовик сыпет и сыпет. Толя, так же пробеги просто оттуда. За что? Ну за так. Что? Да ну нет, ни хрена не норм. Неудобно. Куда бежать? На вот туда. И со мной. Нечестно просто. Пофигу, беги. Блять, а куда-то не туда нахуй. Толя. Сейчас я как иди курить, я как уебан сейчас буду. Просто за мной беги, все. Не та дырка, короче. Если мы сейчас очень быстро пробежим, то они нас не заметят. Ты не поверишь, я первый раз иду. Вот сразу есть шанс. Ну, в моем случае нет, это будет, наверное, поход сотый в данж. Чтобы Векс упал. Угу. Опять пушку дали, заебали. Ходи, не. Ладно. Это тебя. А шашка у кого-нибудь есть? Шашка? Стоит просто намучиться, не стоит. Сейчас веселье. Что, забрал? Да, он забрал. Все готовы? Угу. Наверное. Не все. Кто-то ли не двигается. Один. Здесь прям аккуратненько надо идти, да? Не то, что аккуратненько. Не прыгайте. Да, двойной прыжок опасно. Сиди. Вот и сейчас. Нет! Никакой классовой способности, ничего не... Здесь нельзя ничего подобного делать. Они каждый шум замечают. Ты можешь класс способности только тогда, когда от них ушел подальше. Чувствую, это будет сейчас самый сложный этап. Да, сейчас будет весело. Я же сказал. Дабл джамп тоже, кстати, нельзя. Вроде. Нет.
Кто это сейчас сделал? Кнопки перепутал. Сильно отстает. Вам нужно перепрыгнуть вот на тот край. Сейчас подождите, они все пойдут. Так, чтобы они вас не заметили. Вот так. Толя! Так нельзя прыгать. Блин, она смотреть пошла. Той. Ты можешь перепрыгнуть, если ты умеешь прыгать, как бы, высоко. Можешь попробовать высоко прыгнуть. Я так перепрыгиваю. Они не видят, если ты высоко прыгаешь. Нормально. Прыгаем. Тихо. Свободу слушать офлайн, свободу от рекламы. И все это возможно с премиум. Жми на баннер, чтобы узнать по. С нами нет кого-то. Все тут. Все тут. Уходи. Вадима нет. Он сзади меня стоит. Это тебя поглючивает, наверное. Вот он пушкой крутит, че вы. Уходи уже, давай, сучка. Это опять пошло. Все, пошлите. Блять. Кого заметил? Там последний. Сучка. Надо чайку заваривать. Да, хантовыми ножками. Почему я последний прыгаю? Мороки слишком низко прыгают. Менять класс. Там потолок. Как низко. Надо лицом прочесать этот потолок. Да. Так я и так сюда летел. Так, ты мы можем бы... все выйти, ты пройдешь, и потом мы обратно зайдем. Нет, там сундук. Там же сундук? Не, мы сейчас пройдем. Или я ошибаюсь? Если, понимаешь, если есть ханты с шашкой, то мы бы за секунду бы прошли. То есть? Там, давай я возьму. Нужна шашка. Все. Нужен шестой койот и хант. Либо две шашки, и это с новым экзотом.
Нового экзота у него нет точно. Который это не новый, а который был предыдущий с глазами. Не, нет у него. Блять, пол рейда хантов нахуй. Все есть. Они все убежали уже. Просто скажешь, где я, блядь. Как-то светло стало, да? Не, кажется. Идем к ним. Вот здесь. Внизу? Не-не-не, пошли со мной. Это я просто не титан. Вот здесь кидаю шашку, сразу бежу. Стой. Это что это за шашку? Нормально вообще. У меня она еще не откатилась, я Ладно, я все остальные, короче, шашкой сюда. Подождите, я же только взял, но нет. Сколько? Долго ждать? Это кто кинул такую шашку? Вообще, блин, я присесть нажал. У меня сегодня присесть. Огонь задницы, что ли? Присел гранатой? Короче, невидимым изи можно прижать, да? Да. Да, только шашку около них нельзя кидать. Ну, здесь прям. Здесь можешь. И сразу никто не отстает. Сразу все бежит. Отлично, все, мы прошли. Пунтук где? А сколько здесь сундуков-то? Здесь много. Кстати, вам сейчас дадут. Теперь будет весело. Валки могут перелететь, хантам здесь будет очень тяжело. А где сундук? Платформа. Какую платформу? Вам нужно вот туда попасть. С помощью вот этих платформ, которые появляются. Вот вниз, сундук где? Сундук там? Да. А я ульту подожду. Валки могут вот отсюда, ва. Просто прыгнуть. Вот этот варвар? Нет, ну Толя там, надеюсь, справится. Пока у Толя. Я ульту подожду, короче. Я не буду рисковать. Кто титан и варвар, вот отсюда вообще просто. Да я ультану туда просто. Нет, хант тоже может. У меня получалось хантом. Но надо прыжок прям растягивать. Да-да. Очередно там получается, да? Где вот Витя, ты можешь по идее попробовать. Ну, растянуть прыжок. Изи можно. Ай, блядь, не хватило. Вот. Не хватало, я хантов так прыгаю. Мазохически. Вот, у кого-то сейчас получится. Ну я тебя резну, ладно. Ноги сломал. Ну долетел. Это получается только я самый, как говорится, высоко прыгать не могу. Который лицом потолок. Да. Титан. Титаны топчики. На ниже не прыгни, а потом. Давай. Жди, давай. Ай, да ёб твою мать. Ты слишком первый пушок, слишком рано. У вас последнее, сломай себе ноги.
О, да, да, да. Сейчас точно долетишь. Ломать. Даже не разобьешься. О! Там что? Значит, там гай. Здесь есть какая-то история, точно. А здесь что-то есть. Это собирать? Да. Забрать. Что там было? Страж убит. Что-то забрал, короче, там. Блять, я зарупа столкнулся. Черт. Зачитайтесь, что-то есть. Только не резайтесь! Пусть вас резнут, а вы не думайте резаться, иначе все сначала придется. А что это вы собираете? Это история, надо спать 15 историй, но я здесь все не показал. Понятно. Туда лететь? Туда? Или сюда? И... Вот так вот наверх надо? Нет, нет, это я забыл. Можете вниз спускаться. Там где Беня? Да, можете там упасть. И вот там сундук наверху находится. Поэтому... Где? Где я? А-а-а. Типа подняться, наверное? Трофеи дают 5 штук. Да чтоб эти ботинки прокляты были! Плащ, да ёбаный рот! Он заебал, блядь! Ну четвертый раз плащ, ну это пиздец же, ну! Кстати, красивый плащ чуть-чуть. Плюс здесь не сверхмощь, какая разница. Просто, блядь, одни ебаные ботинки. Структура исцеления? Структура. Все допрыгали? Все уже забрали. Ну тут не все. Сундук забрали? Да, да. Оля. Нас пришли, ты забрал, он был наверху. Да, да. Сейчас самое неинтересное, да? Так. Берите все, что на расчистку. А лучше стазис. А по боссу чем? Здесь босса пока не будет. Здесь механика немного тяжелая. Любимый мяга. Только не стреляйте, не прыгайте здесь, иначе этап запустится сразу. А что в третий слот посоветуешь? Ну я... У меня телефон. Телефон. Я пойду покурить, как раз подумаю, что взять в третий слот. Ксенофаг. Все, что на зачистку. Ракетную установку или что-то. Там будет это... Соу придется убивать эти... Гаргон, которые приближаются. И Кто не хочет ничего делать, кто хочет просто постоять, позащищать... Два человека. Что значит ничего не делать? Здесь два человека, в смысле, стоят и защищают банки, порталы. Сейчас я объясню. Смотри. Вот это, где я сейчас стою, не прыгайте только. Вот это банк. Здесь стоишь, и здесь платформа открывается. Ну, вы знаете, если здесь стоять. И открываются вот порталы. Вот этот портал называется Марс, вот куда я смотрю. Круглый, вы видите, да? И с другой стороны все то же самое. Если постоять, вот на центре стоять, то открывается портал Венера. И вот каждый вот один человек должен стоять и постоянно чистить мобов и это не давать им заходить в это место. Да. Заходить в серединку вот сюда. Да, да, да. Давай я возьму один. Только нужно перегрузочные патроны взять. Здесь будет минотавр перегрузочный. Перегрузочный это что у нас что? Ну это ППшка, либо револьвер. Это типа круглые? Я не знаю, как вы их называете, просто называю как есть. Да, круглые.
Ну, круглый, квадратный, треугольный. Это только двоим надо. Остальные чистят? У остальных задача будет сейчас жесткая. Давай мне жесткую задачу. Да, когда мы убьем там эту большую, вон, видите, она в центре? Угу. Привратника. Он заспавнит нам щит, который был на третьем этапе, с которым я бегал. Ага. Этот щит может убивать только определенных мобов. В щите тоже не будут, в белом щите. Только этот щит может убивать. Угу. Нам надо по очереди с этим щитом заходить, выходить с порталов. То есть каким образом? Двое заходят в порталы. Марс и Венеру по одному человеку. Один человек хватает щит. И где-то либо на Марсе, либо на Венере появляется моб щитом. Минотавр щитом. Этот человек должен сказать, где он появился. Этот же человек, который здесь находится, с этой эгидой, она эгида называется, и запрыгивает туда, куда ему сказали, либо на Венеру, либо на Марс. И снимает ему щит и убивает этого моба. Перекидывает другому эгиду. Витя, ты все еще в рейде? Угу. И до скольки ты будешь в рейде? Что такое, если быстро, мы пойдем поговорим. Итак. М? В общем, один забегает в этот, чекает. А как он, кстати, например, он запрыгнул на Марс? Куда он там, на Венеру? Там есть проход назад, чтобы, если что, сказать, что... Да, да. Это за этим следят два остальных человека, которые как раз прощают нам проход. Это стоят у этих столбов. Порталы держат. Смотри, с эгидой ты не сможешь вернуться назад. Ее надо постоянно скидывать другому человеку. То есть, то есть он ты забежал? Снимал щит. Так, я пришел. Забежал щитом, убил. Да. Другой и забегает, перекинул, перекинул этот щит, он перебежал в этот портал. Здесь кинул щит другому. Этот другой взял этот щит и пошел уже на Венеру. Они будут так: Венера, Марс, Марс, Венера. По очереди. Ты не с этим щитом не сможешь зайти второй раз. Я понял. Только в одну сторону. Или заход, или выход. Да. Так что с собой брать? Какое оружие? На зачистку. Просто честно, пофиг, все на зачистку. Да. Они у меня с мечом, кстати. Это у тебя сила какая? 301. Хреново. Это прикинь, как Витя плохо. А, подожди, у Вити тоже 300. Тут. Это помните, очень хреново. Мы босса будем убивать, если у вас на предвосхищение. Подожди, ну там один просто... меч, так что нормально. Какова механика? Мы сейчас что-то чистим, открываются порталы. После того, как двое постояли на этих... Короче, убиваем вот этого привратника, который на середине. Он спавнит там щит. Один человек берет щит, другие заходят в порталы, остальные два человека. После этого, вот как они зашли, они чекают, где появился щит. Либо на Венере, либо на Марсе. Моб щитом, вы увидите белый моб щитом. После этого, как только сказали, этот человек, который здесь с эгидой находится, забегает, куда ему сказали. То есть, если на Марсе щит, он с этой эгидой идет на Марс. Снимает щит вот этому. Короче, смысл в том, как вы зайдете в этот портал, вы увидите то, что вспомнятся мобы, и у вас есть банк, в который они так же точно. Блять! Зарядился, если, ебаный в рот. Если ты этого щита не убить, он зайдет в этот банк и затпшится. Потому что ты не сможешь обычным оружием, только щитом. Так. С эгидой. Как делимся? Кто хочет быть именно просто защищаться? Защищать. Надо еще одного человека. Ты смотри, как бы, если это легко, то доставь, у кого меньше гир, а у кого больше гир, давай тогда прыгать. Вот. Давай Толика оставим. У него сила меньше всех. Но у него есть этот. Анархия. Анархия. У меня есть якорь. Идите нахуй, я сам здесь впервые. Ну, не, в смысле, дайте мне самую сложную, я не против.
Самое сложное, это как раз таки то, что я говорю. Типа бегать с Егидой туда-сюда? Да. Изи вообще. Это тебе кажется сейчас только. Ну типа взял щит, убил, передал, вышел и... Блять, это 3 человека делают, правильно? Это 4 человека делают. А четвертый человек, четвертый просто здесь стоит. Смотри. Один берет Эгиду, заходит с Эгидой, кидает эту Эгиду человеку, в смысле снимает щит и кидает тому, кто оборонял. Либо на Марсе, на Минере. Этот, который оборонял, берет эту Эгиду, выходит с портала, выкидывает Эгиду. И тогда уже берет третий человек, который здесь находился. Берет эту Эгиду и идет на Венеру. Потому что с этим щитом не пройти. Не, я понял все. Через портал. Двое стоят просто на этих кругах, открывают и дальше уже стоят и чистят. А да. Эти 4 работают. Что-то я ничего не понял, но... Ну смотри, будет 2 портала. У тебя будет щит, когда ты убиваешь этого привратника, падает щит, который может убить мобов. С щитом белым, понимаешь? Да-да-да, понял. Ты можешь взять этот щит и один раз пройти в портал. То есть ты прошел щитом в портал, ты выйти с ним не можешь. Ты убиваешь моба, выкидываешь щит. Ну да, второй, и меняешься. В портале был... Забирает этот щит, выносит, выкидывает третьего. Третий подбирает, идет в другой портал. Убивает, выкидывает, и тот, кто в портале был, вытаскивает его обратно. Кто-то допрыгался. Ага. Давай кто-то я посмотрю. Надо круги открыть. Мобы здесь жесткие, очень-очень болючие. Надо, знаешь, что взять? Давайте возьму сначала щит. Анализатор риск. Где портал? Портала вообще нет. А я на одном столбе. Кто на втором столбе? Никого вот нет. Портал, портал есть. Одно, один. Я открываю. Ну и чего? Заходите в порталы. Захожу в правый, ну слева. Сейчас перегрузка выйдет. Лямом не вижу по кнопку. А вот это нежданчик. В каком из порталов сейчас? Левом нет. А есть лево, лямо есть. Сейчас появился. На Марсе, да? Да, лево я тхан. Увидел? Стоять в кругу обязательно, кто чистит? Вижу. Да. Дышить. Скидываю. Походу это на Венере, и на Венере принести все в жертву. Так, а как открыть портал? Портал ничего. На Венере там вообще никого не было. Я забежал, куча мобов уже садился. А, надо, короче, постоянно стоять на кругах, чтобы порталы работали, правильно? Да. Ну окей, я стою на кругу. Я отбиваюсь от мобов, все понятно. Там... Ну не смысл стоять, ты можешь не стоять, но если зайдет в нужный перегрузочный, момент открыть. Перегрузочный зайдет, то это вайп. Ну в смысле не вайп, а портал закроется. Еще у вас постоянно будет спавниться вот здесь этот привратник. Он закрывает порталы. Сразу 2 портала. Где спавнится? Он вот здесь всегда в середине будет. Только здесь. Ага. Вот здесь. Его надо вам быстро убивать. Так, я его вижу отсюда. Да, вижу, отлично. Ты можешь к нему подходить. Портал сразу не закрывается. Он закрывается, если перегрузочный появляется и заходит туда. А, то есть перегрузочный закрывает портал. Значит, ты можешь бегать везде, главное, убиваем мобов. Перегрузочного, главное. Он очень такой болючий. Ну, ксенофаг. А колено его. ППшка. Нормально. Подожди, а я где? Может быть. Бля, как же все сложно. Ты слышал все, что говорили? Да. Значит, еще раз. Ну объясни, ты очень хорошо объясняешь. Короче, убиваешь привратника, и кто-то один берет щит, например. Кто? Это я, этот момент я понял. Да. Заходишь в портал один, какой тебе скажут. Но это не ты будешь брать. Вообще 2 человека сразу заходят в порталы и чистят там мобов. И говорят, в каком портале вышел щитом, с белым щитом. Один заходит в один, другой заходит во второй. Да. Один заходит в левый, другой заходит в правый. И если там есть белый моб, то ты кричишь в левом портале белый моб. Человек с щитом забегает в этот портал, убивает щитом этого моба. ЛКМ, да, надо тыкнуть? Угу. Щитом. Можешь ультой даже щита. Там накапливается ульта, и ты можешь выстрелить.
долбанул, убил, этот человек скинул тебе щит, ты берешь этот щит, выходишь с портала и скидываешь ему его другому мужу, который здесь тебя ждет. Еще один, третий. Третий берет, заходит в щит, убивает уже моба в другом портале. Скидывает этот щит второму, который в портале там сидит, и тот опять выносит его на улицу. Понятно? Второй раз уже говорить не нужно, где этот щит, потому что уже идет очередность, то есть, если появился на махе, будет на Венере. А что делать? Вот он вышел из портала, передал щит, что он дальше делает? Другой стоит, человек ждет. Подбирает. Он ждет. Да. И он вернется с щитом обратно к себе, да? Да, один всегда здесь должен быть по центру стоять. Ты не понял. Самая первая фаза, вот вдвоем они были, с щитом фиганули, поменялись, с щитом человек четверо вышел. Были. Четверо были, двое зашли в портал, один забрал щит, а один стоит... Трое зашли в портале. Двое зашли, например, на Марсе, а один зашел на Венере. Третий человек с щитом. Сначала двое заходят в портал, а двое убивают обратника, один забирает щит, заходит в портал, в который ему скажут. Зашел, убил, следующий вышел, который четвертый ждал, он забирает щит уже на выходе. И заходит в другой портал. Четвертый человек просто здесь чилит и ждет, пока это ему скинут щит. Да, да. Потом вот так по очереди. А я и Заруб неизменно сидим и экстремумов. Если щит долго не подбирает, у меня есть 6 секунд, чтобы подобрать этот щит. Это вайп сразу же, его, 6 секунд подбирает. Его как скидывать? Просто колесиком мышки, либо меняешь оружие. Окей, а я с Зарубом а просто мы с тобой стоим. Постоянно, да, все, понял. Чистим этот круг, чтобы круг постоянно работал. Хорошо, в итоге я спросил, я что делаю? Ты с нами, ты четвертый, один из четырех. А, хорошо, все, не вопрос. Я тогда чилю. Четыре великих. Ты не чилишь? А куда я лечу? Здесь правый будут портал. Работать все четверо. Да, блять, я понял. Я либо в портал сразу, либо на центр. А, ну как хочешь. Ты с анархией прыгай сразу в портал, чтобы ты там. Давай, я этих прыгнем в портал. Эвил Ламп, да? Он берет щит, а третий кто у нас? Вадим, да? Вадим. Он будет ждать. Вадим ждет, хорошо, я пробую. Бейте лучше кнопкой ПКМ. Это намного быстрее, это как силовой удар. Так, я пойду в левый, ты в правый портал. Да. Все, погнали. Все готово? Давай, все поняли. Кстати, они мне с мечиками. Я тоже. Печалька. А. В портал когда идти? Так откроется. Понял. Я думал, глюк. Все, порталы. Можно стоять уже. Что скажешь, что ли? Тебя должен? Нет. А, подожди, ресурс. Сейчас, он подожди, не ресурс. Так, в левом мор. От входа. Щитом. Блять, жестко тут. Я не выстаю тут. Так, где? Где Вадим? Да это вайп. В правом портале, пизда. Где? Вот там. Вот там, вот там. Мне напихивают одним выстрелом. Обычный моб нахуй столько, что... Вот, да. Да на самом деле нет, тебе не должны. Они и так сильные, им дали оружие, которое дамажит какого босса. Специально, чтобы ты мог это выживал. У тебя же есть анархия, накидывай на них анархию. Да, накидываю. Это единственный вес, у которых есть оружие, пушки просто мощные. А у тебя 1300, у тебя просто пока нет.
Вадим, ты как взял и сразу заходил в портал? Ну, типал, это, короче, получается, дебаф меняем, да и все, да? Да, вот этот щит взял, забежал в портал, убил моба с белым щитом и скинул его сразу Толе. Толя забрал этот щит и выбежал с портала и скинул его опять мне. Я в другой портал захожу и убиваю моба и скидываю его в ламп. Ну, и в лампи. Лампи. Я не знаю имя. Никита. Да, ну все. Ты готова? Да. Левый портал это Марс, да? Да. К ним близко не подходите, эти мобы, я говорю, у них оружие такое, что прям... Левом портале. Марс. Должен сейчас привратник появиться посередине. Да-да-да. Так, убегаю. Ты считаешь, что у нас сейчас с уживаемостью будет проблема? Не-не-не, не в этот. По очереди надо, надо вынести чехи. Блять. Лампа, давай, забирай. Я умер вправо. Мне бы надо было скинуть. Следующий портал. Справа, от входа. Я там умер. Кто? Давай, Толь, ты лучше постоишь здесь. Потому что у тебя уровень силы, я думаю, не хватит. Нет. Не, народ, вы меня менять будете. Не, все равно съебывать. На час. Так что без вариантов. Я уже думаю, все на сегодня, завтра потравим. Ну вот так. Опять ФТП накосячил. Что? Почему я? Я что сделал? Кто стримит? Постоянно косячишь. Охренели? Я твой стрим смотрю, так что косячишь ты. Сика. Че делаем? Заканчивай туда. Я буду в 11. В 11 можно будем спать. Все уже будем спать, да. На работу завтра, типа. Тогда сейвим. Ну, у нас есть что, только завтра его пройти. Потому что во вторник ресет. Ну и, если не пройдем, будет еще раз мотивашка предыдущий босс зафармить. Ладно, ты ну. Но они даже задник Венеры сделали, ну по-любому должны вернуть. В смысле? Ну вот сейчас я на Венере. У меня самолетик летит на Венере. На самом деле вам еще бы силу подкачать. А сколько нам силы-то надо? Чем больше силы. 1415 рекомендованная сила.
Да, сила на следующей неделе будет, хуйня это. Не знаю, чего вам автомат этот не нравится, полихромная лихорадка. Название у нее странное. Ты загрузился на стороне, да, ко мне? А ты хорошо там стрелял. Ага. Защищай стену. Ну да, не серьезно. Что поделать? Кто сейчас у банши стоит? Я. О, видимо, я к тебе подвозился. Что тебе нужно? Ты некий тоже говоришь легкий, блять. Легкий. Он легкий. Да ну нахуй легкий, блядь. Нет, он по правде очень легкий. Тут, видишь, даже это финал. Мы даже до сложного-то не дошли. Подожди, а после этого еще что-то? Да. А, босс. Я думал, это и есть босс. Нет, это не босс. Следующий это предстадия? Босс. Это призыв босса. Я боюсь, что там нужна сила 13-20. У меня такое ощущение. Ну, у меня 13-15 чистых и плюс 18 бонусных. Ну, пройти его можно. Все, сейчас буду. Ну ладно, что тогда, кто во сколько завтра будет? Веками хранил один из самых сокровенных секретов королевы пробудившей. Ну, я вечером пошел. Ну, я где-то 8 выявлюсь. Да не 7. 8 по Москве или по какому? Уцелевшая Аханкара. Она стала одержимой. И ее смерть — твое призвание. Что, у вас нет желания это закрыть дальше? Потом. Сегодня? Есть. Нет, судя по тому, как вы... Не, ну сегодня никто вряд ли. Нет, я не сегодня говорю. Не, вообще, конечно, я нихуя себе, конечно, мы закроем его. Если, блядь, не сегодня, не завтра, то, блядь, на неделе точно мы пойдем. Заходи в ТС-ку, как бы, в принципе, видишь, мы в игре. Заходи. Знаешь, я тоже в ТС-ку постоянно заходить-то не могу. Блядь, ты в игре, видишь, что мы в игре? Угу. Видишь, что я онлайн, мы же такой в друзьях, видишь, что я онлайн, заходи. Угу. Если я в онлайне, значит я в ТС-ке, или там Толик, если видишь, он офлайн, значит мы в игре и в ТС-ке сидим.
мы сейчас будем часто играть, пока не заебет. Что у нас в нашей игре БДО делать пока нечего. Ну, то же самое в Destiny делать нечего. Но это ты, потому что уже все прошел. Второй перс, третий перс. Да, у него их три. Я думаю, 7-3 уже все прошел. У меня уже как года 3, наверное. Все 3. Ты что, успеваешь за неделю на всех все зафармить? Ну зачем? Есть что уже пофармить? Уже давно нет ничего. У меня все, что в игре есть, и не есть. Какого-нибудь. Даже триумф. Ладно, я пока отойду. Спасибо вам. Давай. Тебе спасибо. Давай, заходи. Клёво. Ладно, значит завтра. Спасибо, кто смотрел.